Сейчас самое сладенькое, самое вкусненькое. Я вот, видите, надела, как вот, в лучших традициях салона, да, перчаточки, шляпки. Все на мои вот любимки, скажем так, начинают выступать. Ну, может быть, все мои любимки, но вот просто вы сейчас насладитесь. Сейчас мы послушаем поэта, который всех нас, вы знаете, я не буду скромничать, действительно сделал в этом году прорыв. Этот год для него просто действительно достижение. Представляете, вот давайте вот так вот поаплодируйте те поэты, у которых есть книги вообще, в принципе, поаплодируйте. Ну, руки не видно, поаплодируйте. А кто-нибудь, вот из вас, кто-нибудь когда-нибудь выпускал две книги за один год? А вот есть такой человек, это очень харизматичный поэт, актер, ведущий, просто человек, который вот какую-то метафизику просто, у него такой вайб. Антон Кобец! Всем привет! Лана, с днем рождения! Желаю тебе всего самого лучшего и новых совершений, прорывов в наступающем году! Есть какие-нибудь пожелания? Русский бог. Да, отлично. Бог обитает в Кремле. Русский бог, получивший гражданство, пусть поэты, болтаясь в петле, прекращают борьбу и жеманство. Русский бог обожает стрелять. Он всегда попадает в мишени, так хоронит Есенина мать, так Цветаеву ждут униженья. Русский бог почему-то грузин, он печатался в Русь как штамп, он убийца и список долин, сохрани же их прав, Мандельштам. Как же мне умирать по-сербски? Умирание — это спорт, безязычный лишь взмах занавески, как покойник, как сдутый живот, самосуд на борту самолета, мой теракт происходит внутри, бог познал, что теракт — это нота, для меня это всполох зари, но не нота, банальная нача, нача, жрите все то, что болит. Слух разбился на множество стадий, показать свой теракт все же стыд. Холст внутри раскрошился на фреске. Нет холста, значит, будет делит. Как же мне умирать по-сербски, раз по-русски не смог прожить? Давайте теперь маленький интерактив. Сколько у меня стихов есть? Ну еще примерно. 5-7. Давайте, какую страницу из книги? Их тут 165, потом идут всякие поэмы, и поэмы это тоже. 25-15. 2000 пока нет. 25. 25 есть. Утоплен Николай встречает меня камнями, церквями, мостами не так. Утопленник город звоня, то, что внутри меняет местами с тем, что снаружи, улыбку в душу, грусть на лицо. Он совершил ошибку, не сделанную отцом, собственно, батя никто. Он прошлых дней канитель, схожий губастым ртом, и оба любили метель. Город утопленник, друг, спичками не отогреть, мертвый мой Петербург, я приезжаю стареть. Грела сетина в измученный рот, время в болотах арканий. Это ли рот, нет коробка забот, стрелой камышовый ранен. Тут журавли с хлебостолками в клюве, скоро прокличут унылую явь. Трапеза слухов, но не к столу ведь. Выберусь, если придется вплавь. Выберусь, губы бормочет брусничный. Выберусь, выплюну черную гадь. Я для себя выбираю обычай. Время не место, где мне умирать. Пока думайте за страницу, я прошу. Поле осеннее, льготное, заполнила масса существ. Запомни, я просто животное.
который... Бежит всех! Сосед извлекает мангал, другой достает шампуры. Да с предком далекий скал, нам не грозит разрыв. Как далеко до шумер, раз мило зовем шашлык. Жертву богам на уме, я к этому, кстати, привык. Поле осеннее, рвотное, бабьего лета подой. Запомни, я просто животное, которое пишет стол. Река, шезлонг, рука, дым смог, и я курил, не говорили чайно. Пил чай, курил, искал предлог быть с кем-то, улица Чебайна. По мнению, мы по неровности дорог шагаем, а сегодня тайна, какой был горестный итог. Автобус ехал, мрел, красивее, чем Йошкар-Ола. Так август на задворках зрело, небо полное тепла. Металла в сердце много стрел, любовь, морковь и все дела, дела. О, опошлять не смей, река, шашлык, переписка и леги, как порох дней. Лежит летит снежком по кровам диска, река, шезлонг, и я был с ней. Ну и два последних подтверждения. Я хочу тебя, так в одно слово, точно яхом ты тает вокруг. Все рубины желанием бордовым налились, как бутоны в саду. Налились и гремучее семя, будет падать путями змей. Я хочу тебя в самое время, отказать в этом ты не посмей. Увидев тебя, изнываю, завоюю тебя, как Рим. Романтично дойдем до трамвая, дальше все будет очень простым. Просто вещи валяются в смятку. Я хочу тебя, дикое зло, двух животных в смертельную схватку. Ничего предрешить не могло. И когда будет рот пересушен, предоставишь ты мне водопой. Ночью краски и ярче, и гуще. Я хочу, но не буду с тобой. О! Самое новогоднее стихотворение с неба падает кокаин. Птицы из ужастика Хичкока не улетают в блаженных зим, вдыхают дурь небесного истока. Им снятся наркотические сны про птичьего разгневанного бога. Их перья, как и мысли, холодны. Не улетевши, ждут они итога. Не страшно, холодно, кайфово. Жаль, что охрипли соловьи, как спеть в зиме о том, что снова скинет им наркотики свои. Кружится в небе птичий кокаин. До Рождества осталось 2 недели. Снежинки, словно пачки балерин, которые со сцены улетели. Браво! Благодарю вас, и хотелось бы сказать, что у меня тоже скоро день рождения, даже юбилей 12 января, будет мой сольный вечер на Бутырском балу в особняке Дом 25, всех приглашаю, это будет презентация вот этой книги, книги у меня с собой, если кого-то заинтересовало. Спасибо всем, ладно, с днем рождения!